Всем привет! Не знаю, как сейчас будет вам видно. Хочу показать, как я пикирую томаты. Вот томат севрюга. Схожесть хорошая, 10 из 10. Сеяла я 7 марта. Значит, сегодня этим томатом 24-е. 17 дней. Томат севрюга крупный, вкусный, до 1,5 кг. Из 10 семян 10 все взошли. Схожесть 100%. Так, что еще здесь? Высокий, очень урожайный, вкусный, сладкий. В общем, будем этот томат сейчас пикировать. Вот так вот он вырос. Я пролила сегодня, они хорошо, земля хорошо пропиталась. Стаканчики вот такие подготовила, 200 грамм, 200-граммовые стаканчики подписала, сделала дренажное отверстие. Дренажное отверстие делаю прям вот так вот, обрезаю через край. Раньше дно прокалывала, неудобно. Они мягкие, через край хорошо вот так обрезаются ножницами. Сделала дренажное отверстие, все подписала. И буду пикировать. Вот сейчас, значит, должны быть они хорошо пролиты, чтобы мы их... Вот так. Вот. У них отличная корневая. Не знаю, видно вам или не видно. Блин, как показать? Вот такая прям отличная корневая. Посмотрите, сколько волосков. Сейчас я их потихонечку разделю понемножку. Хотела сначала выбрать самые хорошие, а которые не очень хорошие, выбросить. Но они, мне кажется, все хорошие, и мне их жалко. Я их все потихонечку сейчас разделю на части. Угу. Чтобы не занимать много места, можно, знаете, которые вот похуже, вот такие, потоньше, их можно посадить 2 стаканчика. И потом посмотреть, какой из них будет лучше развиваться. Оставить. Земля у меня хорошая, сыпучая. Немножко я ее пролила. Так, если я 2 буду сейчас стаканчик сеять, то я немножко на дно. Во, какие корни. Видите? Чуть-чуть земли на дно положила. И сделаю сейчас 2 худеньких. Вот. 2 худеньких томатика в 1 стакан. И потом посмотрю. Потому что мне очень много. 10 этих томатов. Это вот уже от жадности. Томатов я посадила в этом году 40 сортов. И планировала... Там по 5 штук. 200, да, мне надо корней. А жалко мне. Вот будут. Потом посмотрю, какие, как они будут расти. Значит, здесь 2. Я вам сейчас покажу, как я сажаю, когда 1. Они разделятся, ничего страшного. Землю немножечко уплотняем и проливаем ее, чтобы они... Осела вода до конца. Я вот тут ее прям поставлю. Она в землю. А сверху потом сухенько землички подсыплю. И сейчас покажу, как сажаю, когда 1 томатик. Вот так я в стакан насыпаю земли. К одной стороне его прижимаю. О, смотрите, какой корень. Тут даже земли не надо. Вот так. Вот. Можно заглублять до 7 дольных листьев. Но он уже высокий.
с хорошей корневой системой, с хорошими корнями, палочка какая-то попалась, то я его заглублять не буду до 7 долей. Пусть так растет. Потом я, когда приеду на дачу, я сделаю перевалку. Прямо из этого стакана в большой. Если я их сейчас посажу сразу в стаканчике 500 миллилитров, то мне очень много будет рассады, я их не довезу. Поэтому вот тоже сейчас пролью водой, чтобы корни хорошо пропитались, чтобы не было пустот. А сверху потом присыплю сухой землей. Так, вот эти, видите, осели, пропитались водичкой. И сверху я их присыплю вот так вот землей. Все. И поставлю. Пусть они у меня, вода еще из них течет. Ладно, пусть здесь стоят. Так, как же мне вам показать, как удобно, хорошо томатики пикировать. Кладем землю на один край. Вот так. Видите? И возьмем вот поменьше, здесь оторвались корни. И вот так его туда кладем. Не знаю, видно вам? Ой, неудобно здесь мне. На одну сторону кладем и потом присыпаем землей. Придерживаем, присыпаем, уплотняем и поливаем, чтобы земля хорошо охватила корни, чтобы не было пустот. Вот так поливаем и ставим. Сейчас земля пропитается, да, туда, до отверстий дойдет лишнее, выльется, и я сверху подсыплю еще земли. Так, вот здесь уже все, можно уже его убирать. А тихонечко по краешку надо землю обжимать, чтобы не повредить корни. Этот уже большой. Ну ничего, как раз он немножко порастет в этом стаканчике в 200-граммовом, а потом я его в 500 миллилитров. Все, ставлю в ящик, где у меня стоят распикированные томаты. Все, ребятки, распикировала, составила в ящичек. Теперь им посвободнее, получше, пусть растут. А всем хорошего настроения, здоровья, счастья, мира и добра.